Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Счастье Птица у нас. И сегодня соревнование. Очень страшное соревнование, в котором будет участвовать Мегон против Виманшу. И отправимся мы с вами в ночной город, самый страшный. Ну что, начали? Вперед! Мумия против ведьмы. И телепортируемся, мои хорошие. У кого больше всего золота, тот сегодня и выиграет. Кстати, за кого вы сегодня будете болеть? За мумию или за ведьму Анжелу? Ух ты, мумия взял самолетик, а наверху очень-очень много золота. Собирай его все, Том, иначе проиграешь. Воришка и Нотик поставил взрывчатку для мумии, а вот Анжеле ведьму повезло. Ей оставил воришка целых 100 слитков золота. И, кстати, на первом месте у нас пока Том мумия. Вау, Анжела ведьмочка взяла двойные слитки. Теперь у меня золото в двойном размере. Отлично. Так. И кто же тебе выиграет? Все равно мумия Том. Ух ты, Анжеле повезло. Она тоже взяла свой самолетик. Смотрите, самолетик для ведьмы. С реальными крыльями летучей мыши. Очень круто еще у нее на голове. Специально, как это называется? Котел для зелий. Такая забавная Анжела. И, кстати, Анжела очень сильно обогнала котика Тома, а у Тома снова самолет. И у нас соревнования на самом-самом верху продолжаются. Кстати, друзья, а вы уже подписались на канал Счастье Кидс? Если вы еще не успели подписаться, нажимайте кнопку подписки прямо под этим видео. Давайте мы собираем на канале 1 миллион подписчиков. Мой хороший, осталось совсем немножко. Жми кнопочку подписаться. Так, двойные очки берет ведьма Анжела и встречает воришку и Нотика. И ей в этот раз перчатка, а то на ней 150 слитков от воришки и Нотика. И ведьма Анжела отправляется в скейт-парк. Помчали, как же здесь много золота, вот это скорость. Разгоняется еще сильнее. Как здорово ехать на самокате, а вот Тому мне кажется, придется его спасти. Ух ты, у Тома мне теперь магнитик. Теперь она магнитит все золото в этом городе. Кстати, друзья, если болеете за Тома Муми, напишите цифру 7. А если болеете за Анжелу Ведьму, пишите цифру 5. Обязательно поддержите Пушистика в сегодняшнем соревновании. Конечно, за своего любимого Пушистика. Я вот сегодня болею за Анжелу Ведьмочку. Очень хочу, чтобы она сыграла побольше золота. Вижу магнитик, берем его, Анжела. Отлично. У нас магнит с Анжелочкой. Цифра 5, кто болеет вместе со мной за Анжелу Ведьму, моя хорошая. А еще, кто хочет получить привет от канала, напишите в комментариях ваше имя и фамилию. И, конечно же, вам надо быть подписанными на канал. В сегодняшнем ролике буду передавать много-много приветов для вас, мои хорошие, любимые подписчики. Приветов будет очень-очень много. Так, опять двойные слитки и кошечки Анжелы, но Том у меня тоже взял двойные слитки. И сейчас по-прежнему на первом месте Анжела Ведьма. Воришка и Нотик, еще 100 слитков и 200 слитков для мумии Тома. Это нечестно. Я не пойму, за кого сегодня болеет сам Воришка и Нотик. Наверное, за мумию Тома. Ему почему-то оставляет больше всего слитков золота. Как вы думаете, не забывайте цифра 7. Кто болеет за мумию Тома? Вот это скорость, друзья. Кстати, вы также можете подписаться на мою страничку в Инстаграм. Если вы зайдете с компьютера на канал Счастье Кидс, прямо на главной страничке канала есть значок Инстаграм. Нажимайте и подписывайтесь на канал, мои хорошие, на канал, на мою страничку в Инстаграм. Так, то мумия у нас отправился в космос. Посмотрим, не собирает ли он там много золота, потому что Анжела Ведьмочка его обгоняет. Но Тому стоит немножко поднажать, и он ее догонит, потому что разница у них всего лишь где-то слитков 200. Да, Том расстреливает пришельцев и приближается к Анжеле Ведьме. Кто же все-таки сегодня будет первым? Сможет ли Анжела собрать больше всего слитков, или Том ее все-таки обгонит? Мы это с вами обязательно узнаем, чтобы только досмотреть это соревнование до самого-самого конца. Так, магнитик, отлично, у Анжелы ведьмы магнитик. Очень удобно на скейте катиться с магнитом. Все золото так и липнет к Анжеле ведьмочки. А Том продолжает собирать золото в космической локации. Кстати, какая у вас локация самая любимая? Может быть, вы любите скейт-парк или вам понравилась новая космическая локация? Напишите об этом в комментариях.
Кстати, интересно, друзья, когда же выйдут новые летние пушистики в игре «Бег за золотом»? Очень хочется уже поиграть новыми персонажами. То мумия берет магнит, и того у него уже 2450 слитков. А вот у Анжелы ведьмы уже 2800 слитков, и она обгоняет Тома и по-прежнему занимает самое первое место. Так, у нас ведьмочка решила погонять на старость летучего гонетки, и правильно, потому что сейчас у нас двойные слитки золота. В этой локации, в локации Дикий Запад, очень много слитков, и еще один магнитик. Анжела, тебе везет. Прямо сегодня ты на магните все золото. Ох ты, и Тому я тоже решил зайти в локацию Дикий Запад. И у нас такое соревнование на старых телегах. Кто же собирает больше всего золота? Ух ты, Тому я беру конечки имена. И, кстати, Анжела ведьма тоже их берет. Мне кажется, ведьма Анжела сегодня больше бонусов, чем у Тому. И, наверное, Анжела все-таки выиграет. Я очень-очень хочу, чтобы выиграла Анжела ведьма, потому что сегодня болею именно за эту кошечку. Еще 150 слитков дарит Парижка Ягодик для Анжелы ведьмы, и у нее же 3800 слитков золота. Ух ты! Она очень сильно обогнала Тома Мумия, потому что у Тома Мумия всего лишь 3000 слитков. Она обгоняет Тома на 900 слитков золота. Вау! Защитный шлем взял наш Тома Мумия. И теперь он прям как настоящий фараон какой-то. Смотрите, какой он забавный. Так, ну, Анжела, боже мой, мы тебе тоже найдем твой котелок, Анжела. Сейчас что-нибудь поищем, я хочу. Но пока соревнования самые-самые разгаем, передам привет на нас, приветики мои хорошие. Павел Сатонин сегодня получает самый первый привет, а также приветный эфир для Жанны и Даши Кучеры. Большой вам приветик, мои хорошие. Владислав Гудман ловит привет, Денис Кусков и Виктор Наско получает привет. Маша Кохова, Марина Шануйская ловит приветик, а также Настя Токаревская. Даша Гуцелла получает привет. Юля Бодунова, большой пушистый тебе приветик, Юленька. Мазан Мунанов ловит привет от нашего канала. Влада Королюк и Алина Боровская получают приветы. Так, кто-то нам еще писал комментарий. Полина Зайцева. Мила Воронина, первая игрока школы номер 203. Огромный вам приветик, друзья. Настюша Токаревская получает привет. А также привет у нас летит для... Так, одну минуточку, сейчас открою ваши комментарии. Для Ивана Александрука. Арина Семенова получает пушистый привет. Сашенька Воронина, Ангелина Ермолаева, Миша Бабаков, пушистый тебе приветик, Мишенька. Аня Сергеева, лови большой привет. Катюша Чернышова, Юля и Максим Орловы получают привет. Сергей Красников, Матвей Шубин, Вероника Дубенева, Ольга Маргунь, Лиза Осьминогова, Ярослав Браво, приветик, Ольга. Также Алина Василенко и Дима Баранов. Ульяна Ельшина получает приветик. Или Ульяна Ельмина. Надеюсь, что правильно прочитала фамилию, мои хорошие. Вот такие приветики. Так, сейчас посмотрим. Давайте еще откроем комментарии. Злата Скороход ловит привет. Ульяна Ельмина, Катюша Кузьмина, Марьяна Абдель, Маша Бражникова, Настюша Калида, Илья Стельмах получает привет. Ксюша Уточкина, Алина Попова, Вика Близ, Вика Черапкина, а также Илья Яковенко, Артем Михайлов, Ирина Морозова, Зарина Жанисова, Даша Зубаева, Амина Киселева и Сонечка Раскопова получают большой пушистый приветик от нашего канала. Вот такие приветики, друзья. Ну а наше соревнование подошло к концу. И в нем выиграла Анжела Ведьма. Смотрите, она смогла насобирать 5586 кликов. А у Тома всего лишь 4586 на целую тысячу слитков Анжела Ведьма насобирала больше. Ничего себе! Вот это результат. Ребята, а за кого болели вы? Напишите в комментариях. Не забывайте, за Анжелу Ведьму или за Тома Мумию. Мы еще обязательно с вами устроим соревнование, в котором поучаствуют и Ведьма, и Мумия Том. Том, ты решил газетку почитать, а вот Анжела у нас решила открыть сейфы и запастись запасом золота и взрывчатки. Это, кстати, рубиновые сейфы, самые дорогие. Они стоят 150 взрывчаток. Открываем. Ух ты, у нас тут уже целый запас всего. И еще один сейфик.
Отлично, Тома, ты не хочешь припастись запасами? Нет, Тома какой-то там или газетой, или у него какой-то план, может быть, он собрался за сокровищами? Я не знаю. Так, еще один сейф у нас открывается, мой хороший. Но я хочу вам напомнить, что новые серии на канале Ушастик Кит выходят по вечерам в 17:00. Если вам понравилось соревнование, обязательно поставьте ваш лайк, мои хорошие. Мне будет очень-очень приятно. И смотрите все новые ролики на нашем канале. Ну а мы увидимся в следующей серии. Пока-пока.